кино хлебная культура, относящаяся к псевдозлаковым. Какое-то притворство сквозит в определении, какой-то подвох, но так бывает. Зачастую, начиная описание факта, события, явления, а кино – кулинарное явление, отмечаешь, не лишним будет сказать, а получается лишним. Таким образом, псевдо оставим за кадром, остановимся на том, что в самом деле важно. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, кино – продукт дорогой, но это того стоит. Родина кино – Южная Америка, Анды, высокогорные районы Боливии, Перу, Чили и Эквадора. Однако сейчас его начали выращивать и в Штатах, и в Канаде, и в Дании, и в Италии. Уж очень полезный продукт. Инки называли его матерью всех зерен. И вправду считают, что рибофлавина, клетчатки и комплексных углеводов, фолиевой кислоты в кино больше, чем в рисе, пшенице и ячмене. Фосфора больше, чем в перловке, а в перловке больше, чем в рыбе. Белок похож на молочный, и для растительного продукта его много, до 15%, а также достаточное количество лизина, аминокислоты, способствующей усвоению кальция. Что, в свою очередь, крайне важно для крепости костей, зубов, упругости кожи, красы, волос. Что ж до калорийности, в кино 368 килокалорий на 100 граммов продукта. Прилично это или диетично? Скорее второе, чем первое. В процессе готовки данный показатель уменьшается раза в 3-4, ведь речь идет о сухом веществе. И, кстати, сам продукт увеличивается в объеме втрое. Вместительная посуда обязательно. Еще, к слову, о приготовлении. Крупу обязательно промывать. Может горчить, досаливать, пробуя, может быть солоноватой. Не оставлять на огне дольше 15-20 минут, если, конечно, не хочется получить кашу-размазню. Ну а к вопросу дороговизны и практичности, кино обычно продается в пачках по 350-400 граммов, сразу все не съешь, даже с превеликим аппетитом. А вот так в качестве добавки в салат или в суп раз от раза. Это и для рациона польза, и разнообразие, конечно. Кино обладает ореховым вкусом и каким-то травянисто-луговым запахом. Попробуем. Салат с киноа. Отварить киноа, добавить к нарезанному сладкому перцу авокадо, брынзи, помидорам, огурцу. Все посолить, поперчить, заправить оливковым маслом. Получится, по сути, греческий салат, но с киноа. Конечно, можно добавить и любую другую крупу, скажем, греческий салат с гречкой может быть даже более интересным и не только на слух. Приятного аппетита, отличного самочувствия, прекрасного дня. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!